Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру «Презренный металл». Ну что ж, у нас с вами очередная миссия. Миссия в особняке, называется она «Раз, два, три». Картер переезжает в свой новый модный особняк. Мой бывший дом. Дешевый кусок дерьма. За это я сдеру с него три шкуры. Пока он распаковывает свое искусство, степень безопасности особняка снижена. Поэтому прокрадись и забери его моих двух старых мастеров. Основная задача — забрать картины. Второстепенная задача — загрузить вирус, ожерелье, наличные и разместить камеры. Есть также произведение искусства и испытания. Украдите 40 предметов перед тем, как сбежать. Убейте 10 врагов с помощью оружия. Завершите основное задание незамеченным. Ну, давайте брать. Поехали. Убить 10 врагов. Давайте-то поменяем оружие. Наверное, вместо электрошокера мы с вами возьмем арбалет. У нас есть, кстати, новый арбалет. А чем он лучше нашего старого? У него размер обоймы на троечку, скорострельность на пятерочку. Ну, ручной арбалет. Подожди, еще разочек. Это модернизация, кажется, будет. Размер обоймы. Урон у него маленький, поэтому нет, брать не будем. Брать не будем, возьмем именно снарядить. И здесь, по-моему, это у нас уже улучшено по максимуму. Электромагнитная граната, да. Так что все пучком. Ну, поехали. 10 врагов с помощью оружия. Хорошо. Ну что, я вижу первые две жертвы. Первые две жертвы. Нам надо с помощью арбалета убить 10-рых. Отлично, ты у нас уходишь в особняк. Тебя примерно где-то вот здесь мы вырубим. Отлично. Чтобы не палился. Давай тебя вот здесь. А тебя привлекаем вниманием с помощью вот этого вот агрегата. Тихо-тихо-тихо, камера. Фух. Прекрасно. Отлично, три. Три жертвы. Ага. Еще один друг. Четыре. Отличненько. У нас с вами четыре жертвы. А тебе, наверное, можно, в принципе, здесь бросить. Ну что, собираем ценности. Собираем ценности. Четыре жертвы мы уже получили. Осталось еще шесть. Все ценное собрал. Отлично. Здесь мы выходим, получается, у туалета. Ладно. Ну что, ждем вот этого дружищу. Он у нас будет очередной. Но, правда, его нельзя убивать арбалетом.
У него, походу, броник. Неплохо. Неплохо. Теперь тебя. Теперь мы ждем тебя. Это у нас что? Осколочная. Нет, осколочная мне не нужна. Спасибочки. Так, это у нас четверо. Сейчас у нас будет пятый. Ты вряд ли запалишь. Так что давай-ка мы привлечем твое внимание с помощью вот этой фигни. Ты же должен у нас, по идее, среагировать. Да, должен. Ох ты, тут еще у нас и туман. В общем, получается, это у нас шестая жертва. Прекрасно. Шесть уже. Ага, охранник вот здесь вот ходит через мостки. Ценное, ценное, все собрали ценное. Ну что, дружище, ты у нас, получается, будешь седьмой. Восьмой. А ты у нас будешь девятым. Вот там тебя камера не запали, так что прекрасно. Ты у нас девятый. Остался еще один. Но я думаю, мы сможем в скором времени его найти. Как раз на улице у нас будет с вами десятый. Почему бы и нет? Он у нас как раз где-то здесь и ходит. Да, все. 10 жертв есть. Так, тебя надо будет убрать. Мало ли, тут кто-нибудь запалит. Куда-нибудь сюда бросить. И давай теперь продолжаем здесь. А, ты смотри, я здесь забыл собрать предметы. Ага, охранник. Но этого охранника здесь никто не видит, потому что здесь дверь закрыта. Ну, а теперь давай сюда. Вырубаем камеры. А это на что, кстати, такой стоит? А, к сожалению, почему-то не хочет он его брать. Ну ладно. Ага. Не, сейчас не канает выходить. Запалит. Запалит, запалит, запалит. Прекрасно. Я тебя, наверное, где-нибудь вот здесь оставлю. Хотя, смотри. Ну, здесь нас может запалить. Давай лучше вот здесь тебя я оставлю. И нашего друга ждем здесь. Прекрасно. Отлично. Можно, в принципе, тебя здесь оставить, так что никто не запалит.
Отлично, пока здесь побегаем. Собираем здесь, собираем здесь. И давай сюда. Теперь сюда. Оба-на, сумка для вещей. Еще одна. Придется нам вернуться к месту побега. Потому что с этими сумками бегать не очень удобно. Бежим через кухню, там быстрее всего. И удобнее всего. Камера не такая уж тут и сложная. Там-то еще и леса стоят. То есть там вот так вот просто не пробежишь. Надо на картонах. А здесь хоть бегать можно. Оставили сумочки. Опс, тихо. Главное не забыть, что здесь есть камера. А то я же могу испалиться. Случайно забыть про нее и... И все. И будет палево. Ну что, мы здесь, в принципе, закончили. Предлагаю теперь идти сюда. А здесь у нас какие варианты? Здесь у нас вариантов мало. Можно, в принципе, сейчас здесь выйти, но... Мне кажется, не стоит пока. Сейчас тоже нельзя. Вот сейчас можно. Сейчас здесь заныкаемся. Ой, а камера-то пошла-то неудобно. Вот это вот, конечно, палево. Ай, ё-моё, не успею. Да, не успел. Не успел, это плохо. Блин, меня здесь может запалить. Чувачок-то. Может, пока лучше сюда? Ху-ху-ху. Хорошо. Но здесь опять же камера. Мы можем сейчас... Да, можем. Восполнили. Смотри, он здесь меня палит. Тогда лучше нам трупик убрать. По-добру, по-здорову. И попробовать пойти с той стороны. Ну вот, в принципе, тебя здесь можно и бросить. Блин, там как раз тяжеловес. Вот в чем загвоздка. Тяжеловес с тяжелой броней. Которого просто так, блин, не убить. Но там еще один ходит. Ну, посмотрим сейчас, как у нас тут будут обстоять дела. А, вот здесь у нас не палево, кстати. Вот, подходящий момент. Он у нас ходит как раз вот здесь вот. Таким образом проходит, идет сюда, здесь стоит. Пока он здесь стоит, мы его здесь и вырубаем. Потом... С помощью граната оглушаем вот эту вот камеру. Заходим сзади. Блин, я думаю, прекрасно будет.
Замечательно. Здесь пока тебя оставим. Тебе же пофигу, правильно? Пока оставляем здесь. Вот и все. Вот и прекрасно. Вот и замечательно. Все. Перезаряжаемся. Наш план сработал. Я предлагаю нам эту картину оставить и уже переходить на второй этаж. И на второй этаж. Начнем, наверное, с улицы, с балкончиков. Но не застревай, пожалуйста. Арбалет поставим. Арбалет будет понадежней. Хорошо. Можно, в принципе, тебя здесь оставить. Смотрим, кто у нас здесь. Я даже вижу подходящее место, куда мы можем с вами заныкаться. Вот здесь вот. Здесь пока все спокойно. Через окна вроде бы они здесь не должны палить. Да, как бы шторки есть. Ну, дружище, ты у нас будешь следующим. Ну? Ну? Зараза, а? Как он долго не хотел, блин, идти. Я пока предлагаю нам этот трупик оттащить сюда. Ну и давай теперь здесь смотреть. Здесь, конечно, нам придется подождать. Ага. О, так у вас здесь вон аж сколько, двое ходит. Тогда предлагаю нам сейчас вернуться. То есть мы сейчас от этого друга избавимся. По-любому. На него, конечно, арбалет не действует. Но мы его так заберем с собой. И да, надо будет сначала тогда от тебя избавляться. Тогда придется нам с вами немножко вернуться. Ей-ей-ей, не застреваем. Вот сюда, да? Ха. Ну-ка, давай подождем. Зачем здесь нычка? Нычка здесь неспроста. Это однозначно. Кто-то должен сюда зайти. Ну, если нет, тогда мы просто пойдем дальше. А если да, то лучше нам перестраховаться. Блин, вот он неудобный. Какой же ты неудобный, дружище.
Хотя, в принципе, почему неудобно? Да, он пока здесь будет стоять. Мы можем его вырубить. Главное, чтобы вот этот вот дружище еще нас не запалил. Ну, блин, он так ходит. Как будто сейчас зайдет. В натуре зашел. Вот это вот. Вот хорошо я заныкался. Если бы я этого не сделал, все, хана. Вот теперь тебя здесь никто точно не найдет. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, давай тогда сначала вот от него избавимся. Он нам здесь явно мешает. Потом уже сюда пойдем. Тихо, тихо, не пали. Не пали. Ты не должен меня палить. Вот, замечательно. Теперь все пучком. Тихо, 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 камера. Камера, 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 камера. Прекрасно. Это у нас что? Не знаю. Не видно. Посмотреть, мешает труп. Но я не хочу его упаковывать, это очень много времени займет у нас с вами. Ой-ой-ой. Угу. Это у нас с вами здесь был подъем наверх. Ясно, понятно. Но мне бы вот это вот забрать бы. Планшетик бы. О, замечательно. Здесь вроде ценного ничего нет, так что проходим дальше. Ух ты! Ага. Я запомнил тебя. Ух ты, а вас тут двое, оказывается. Ну, предлагаю поставить здесь ловушку. Блин, я, наверное, зря поставил ловушку, надо было подождать. Кто из них раньше пройдет? Давай, давай, дружище, давай. Давай, 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 давай. Все. Прекрасно. Теперь вот этого надо забрать. Подождем его здесь. Хотя что-то его долго нет. Давай, наверное, мы зайдем. И его здесь подождем. Чемодан здесь есть, камеры есть, так что все нормально. Отлично. Вот тут и лежи. Ага. Ясно. Камера у нас выключена. Где-то там. Непонятно пока где. Но я думаю, мы разберемся. А, вот здесь как раз камера и вырублена. Прекрасно. Прекрасно. Это очередная ценность.
картина, так что, наверное, мы с вами ее заберем. И я предлагаю нам здесь ее с вами оставить. Ну как здесь? Сбегать вниз. Тут у нас, в принципе, путь почищен. Так что палева никакого не будет. Кстати, сейф. Я забыл здесь сейф открыть, точно. Вот сейчас сейф увидел и вспомнил. Так что предлагаю вернуться, а здесь восполнить боекомплект. О, еще и на столике, оказывается, есть драгоценности, а я не заметил. Здесь вроде бы ничего ценного нет, так что сваливаем. Плюс для начала затем сюда. Ну и нам надо избавляться от охранника. Все, основное задание мы с вами выполнили. От охранника. Как нам лучше пока поступить, я не знаю. Но лучше, наверное, подождать его именно вот здесь. Отлично. Отлично. Ну, вот здесь тебя и оставим. Здесь двери откроем. Ну и давай смотреть. У нас, в принципе, здесь еще. Да, вот он, охранник ходит. Но здесь, блин, еще камера. Ага. Что-то я чувствую, там мы не пройдем. Давай пока сюда. Тихо, не-не-не-не-не-не. Валим, 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 валим. Я вижу, тут охранник ходит. Охранник-то ходит. Охранник, зараза, ходит. А как он, кстати, ходит? Вот здесь, наверное, кстати, наверное, произведение искусства. Они здесь двое. Ладненько. У нас здесь есть вентиляция. Интересно, куда она ведет. О, нет. Однозначно не вариант. Хотя вариант, в принципе, хороший. Там за двумя идти, по одному вырубать. Отличный вариант. Но не сейчас. Нам сначала вот здесь избавиться от охранников. Как ты далеко ходишь, друг. Ой, как ты далеко ходишь.
Блин, а мне получается желательно, конечно, бы пройти. Да, пройдешь, блин, здесь. Хотя вот здесь можно выйти. Я не знаю, почему я сюда поперся. Здесь можно было выйти. Ага, тут, в принципе, не заныкаешься. А, ну вот, в принципе, шанс хороший. А, нет, сейчас камера, блин, палит. Так неудобно-то. Или он сейчас вернется сюда? А, ну тогда ладно. Ну вот тогда ладно, вот теперь хороший момент. Нет, момент, наверное, нехороший. Да. Момент не очень хороший. А может быть его привлечь? А, тут нет привлекаловки. Да. Да. Здесь нигде не заныкаться. Неудобный. Была бы, конечно, тут возможность заныкаться где-нибудь. Незаметно так. Но, блин, к сожалению, нет. Я боюсь, что он меня здесь запалит. Вот здесь, если, конечно, заныкаться, то, может быть, даже и не запалит. Вот здесь вот. Хотя, что-то мне кажется, что запалит. Что-то как там слишком низко располагается укрытие, и мне кажется, просто он меня здесь спалит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, он здесь как раз поворачивается неудобно. Поэтому меня здесь тоже спалит. Блин, ну предлагаю тогда поставить здесь мину-ловушку. Других пока вариантов я здесь не вижу. Ну. Камера! Тихо. Тело. Неплохо. Все прошло замечательно. Оставляй сумочку. Неплохо, 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 неплохо. Ну вот здесь хотя бы есть нычка, ё-моё, в конце-то концов. О! Все, сейчас мы его вырубаем, и тогда уже можем спокойно выходить на улицу. Ждем, 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 ждем. Вылазим. И вырубаем. Все. Прекрасно. Здесь мы закончили. Он, главное, так почему-то после взрыва наверх полетел. Наверх полетел, а потом резко соскочил куда-то вниз, блин. И в бок. Если бы не это движение, то, блин. Меня спалили бы с потрохами. Кстати, произведение искусства, точно. Точно, 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 точно. Давайте, наверное, заберем. О.
Прекрасно. Ну и давайте смотреть. У нас, в принципе, осталось последнее задание, но там еще есть... Ага. Ну и... Тихо. Блин. Нет, лучше я пока уйду. Что-то как-то у нас не получилось с первого раза. Может, пока здесь заняться? Остались наличные? Ага. Ну да, в принципе, остались еще пока наличные. Ай, вот этот вот дружище, который здесь ходит. Если бы его можно было, блин, убить арбалетом, это было бы шикарно. Но, блин, он то здесь ходит, то не ходит здесь. И вот эта меня путаница, конечно, сбивает с толку немножко. Ну. Ну, идешь прямо. Опять не идет. Тихо, тихо, тихо. Не пали. Не пали контору. Ты меня здесь не палишь? Да, вроде не палит. Прекрасно. Какой-то у тебя маршрут странный, дружище. Ты уж как-нибудь определись. Ждем, ждем, ждем. Ждем. Вот и прекрасно. Вот и прекрасно. И лежи теперь здесь. Ну что, я тут только одну ценность вижу. Какие-то, блин, пошли провисания в игре. Ну и все, сваливаем. Нам здесь больше делать нечего. Мы все... украли. А ценности, надеюсь, я все забрал. Ну и надеюсь, что мы все задания с вами выполнили. Второстепенные. Смотрим. Основная выполнена. Второстепенные задачи выполнены. Испытания все пройдены. Без тревоги. Без повреждений. Не был обнаружен. Убийство. Награбленное. Ну и произведение искусства, конечно, найдено. Награда. Повышение уровня у нас имеется. Штурмовая и ПП с глушителем. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.